Пожарные МЧС России локализовали крупное возгорание в Уссурийске. Ранее горело 5 складских помещений с хозяйственными товарами. Огонь перешел на крышу трехэтажного административно-бытового здания. Произошло обрушение кровли 2 складов. Угрозы спасения пожара нет. Работают по третьему рангу пожара. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Пожар осложняется высокой пожарной нагрузкой складов, а именно наличием в нем лакокрасочной жидкости и малолитражных газовых баллонов. На данный момент в тушении задействовано 26 единиц пожарной техники, 99 человек, пожарный поезд. Организована проверка по факту пожара в районе китайского рынка. Для координации деятельности правоохранительных органов и специальных служб на место выехал заместитель уссурийского городского прокурора. Днем 18 сентября 2024 года по адресу город Уссурийск, улица Теремецкого, 20А, произошло возгорание складских помещений. Площадь пожара составила ориентировочно 3000 квадратных метров. Земля и строение, находящиеся на ней, принадлежат индивидуальному предпринимателю. Полученная информация будет дополнительно проверена в ходе дознания, а также в ходе прокурорской проверки. Результат административного расследования поставлен в Уссурийской городской прокуратуре на контроль. Также в МЧС сообщили, что открытое пламя удалось потушить, но работы все еще ведутся. Несмотря на ликвидацию очага возгорания, жители города отмечают, что район рынка по-прежнему окутан дымом. Юлия Рокотская, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.